Африка, ТикТок и любовь. Валя Карнавал объявила о помолвке. 20-летняя Валентина Карнаухова, более известная как Валя Карнавал, показала помолвочное кольцо. Ее возлюбленный, 23-летний блогер Саша Стоун, сделал подруге предложение руки и сердца. Интересно, что молодая пара держится вместе не только по взаимной любви, но и по разумному расчету. Валя и Саша познакомились в январе во время съемок шоу «Звезды в Африке». С самого первого дня блогер подыгрывал подруге во всех ее видеороликах. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Вот если их не формировать, листья будут, а плодов нет. 4 нижних листа сразу оборвать. Ну, не сразу, а когда вот появятся над ними какие-то листья. Когда появляются все эти плети, нужно их обязательно прищипку делать. Нужно оставить только 2 листа и отщипнуть. И сделать это надо, естественно, как можно раньше. Тогда у вас в пазухе каждого листа будет огурец. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Галина Александровна Кизима. Мне 83 года. И уже 60 лет я занимаюсь садоводством, огородничеством, цветоводством на своих 600-ках. Я не копаю, я не поливаю, я практически не полю. А собираю урожай. Скажете, это невозможно? Возможно. Все время подсматривайте, что делает природа. Действовать только в соответствии с природой, ни в коем случае не поперек. И если вы не будете путаться у нее под ногами, она все сделает вместо вас. Я автор вот такого видеокурса, знаменитого уже теперь, «Огород без больших хлопот». Покупайте, следуйте тому, что там написано, показано. Кроме того, всегда экспериментируйте на своем участке.